Друзья, я всех приветствую на своем канале, и в этом ролике я покажу все новинки ко дню Пасхи из FixPrice. Буду рада вашей оценке и комментариям. Нашла такую забавную пасхальную тарелку в виде петушка, точнее в виде курочки, для 5 яичек. Дизайн нашла только такой, а материал доломит, поэтому осторожнее с водой. Нашла пластиковую пасхальную тарелку, есть разные оттенки. То есть вы сварили яйца, подготовили их, накрасили, везете гостей, сложили сюда. То есть получается здесь по бокам яички, ну, Пасха посередине ваша вкусная. И нашла, кстати, еще одну тарелку для яичек. Здесь уже без Пасхи, просто яички украшаются. Так, она стоит 199 рублей, и она из доломита. Нашла новинку — таймер для варки яиц за 55 рублей. Как раз в преддверии Пасхи создали такого дизайна. Для тех, кто также забывает, как я, за временем следить, и чтобы именно, например, вкрутую или в смятку, или в мешочек, то, соответственно, заводите таймер и уже дальше ориентируетесь на него. Что такое забавное яичко. Вот инструкция. Нашла пищевые красители жидкие, плюс в наборе перчатки для пасхальных яиц и кондитерских изделий. То есть в наборе идет 5 цветов: синий, зеленый, желтый, красный и оранжевый. Так, вот здесь вот можете поставить паузу, посмотреть инструкцию по окрашиванию яиц. Нашла коробку под кулич, такая вот складная, картонная. Разные есть декоры. Стоит она 50 рублей. Вот это вот интересно, очень с куполами золотыми, девушками, ангелами. Классно, можно спечь и, в принципе, в подарок принести, упаковать кому-нибудь. Нашла вот таких вот забавных пупырчатых силиконовых птичек. Говорят, что она светится. Батарейка есть в комплекте. Разные сочные оттенки есть. Вот такой вот птенчик на ножках стоит. Смотрите, какие есть яркие. Просто вырви глаз. Также появилось стеклянное яйцо, тоже к Пасхе. То есть есть вот такие вот с кроликами пасхальными, зайчиками. А есть вот такие вот с курочками. И разные дизайны цвета есть. Полирезин, стекло, вода, пропилен, гликоль. Нашла набор для творчества, роспись по дереву для детишек от 5+. В наборе деревянная заготовка, краски, кисть и инструкция. Вот здесь вы можете увидеть разные дизайны. Сделано в России. Еще можно заняться творчеством. Вот есть такой наборчик — пасхальное яйцо. Вот такая классная декорация пасхальная. Очень много маленьких таких легких пенопластовых и блестками яичек, которые лежат в такой вот корзинке плетеной пластиковой, и зеленая травка. Ну, очень красивые. Можно просто, они не прикреплены, то есть можете раскидать куда вам угодно. Есть еще такая декорация пасхальная, такие яички. Вот сверху пошла, и вот по одной. Здесь такие вот и прикольные яички. Они мне напоминают больше украшения на елку. В наборе 10 штук. Такие вот с блестяшками и травка зеленая. Есть еще вот такая вот. Здесь уже 4 побольше яичка другого дизайна. Кстати, очень прикольно. Не только блестки, здесь еще. И они как будто кружевом покрыты. Материал. Так, нашла набор для творчества, детский, пасхальный, 12 штук. А здесь написано, что в наборе даже не нарисовано. То есть мы видим разные пластинки разных цветов. Я вижу желтые мохнатые яички. Все такое в пластиковой упаковке с ручкой. Можно подарить ребенку и заняться его и самим. Еще одни вот такие вот 6 штук клипсы, декоративная курочка. Видите, на металлических клипсах, разноцветные, блесках. И еще классный вариант продекорировать к Пасхе свою квартиру. Вот такой вот венок пасхальный диаметром 24 сантиметра. Есть разные дизайны. Есть вот такие красивые лиловые.
Также с Доломита нашла вот таких вот пузатых курочек, забавных горошек, поднимающих настроение. Посмотрите, какие еще есть дизайны. Также дома вы можете украсить вот такой декорацией. Она высотой 30 сантиметров. Такой вот интересный холщовый мешочек с такими блестящими, покрытыми перламутром, блестками, яичками. Такой вот декоративные фигурки птенцы. Здесь их 6 штучек на тонких лапках. Я, кстати, такой в прошлом году покупала. Легенькие, такие для фотографий. Также спекивайте свои вкусные кексы. И вот сюда можно их вставить в бумажные формы пекарские. Есть вот такие вот дизайны. А есть вот такие вот формочки пасхальные. Разноцветные, то есть разный дизайн, разных цветов. Вот такие вот цветочные. Есть вот такая вот пластиковая пасочница для приготовления творожной пасхи массой 900 грамм. Нашла в красном цвете. Также нашла еще одни декорации. Здесь тоже 6 штучек. Вот как будто мы реально яйца купили. Вот такой вот упаковки. Забавно выглядит. С такими вот ленточками для подвешивания. Есть разные цвета. Лиловые, голубые, такие желтые. Это просто прелесть. Такие вот 5 штучек. Такие милашные кролики. Разных пастельных оттенков. То есть каждый идет на своей отдельной палочке. То есть можно также в куличи вставлять, какую-то еду праздничную на стол. Ну или дальше просто декор, какие-нибудь мини-вазочки. Также на ножках, на таких шпажках есть для украшения стола и просто декора комнаты. Есть вот такие вот пупырчатые, забавные яички. Еще одна есть декорация. Здесь в наборе 2 штучки, также на деревянной шпажке. Вот такой вот домик, скворечник с птичкой, окрашенные. Окрашенная фанера, очень легкие. Кстати, есть еще зайки, помимо птичек. А еще декорация есть такая, очень яркая. Прям все цвета радуги практически. Тоже такая легенькая, на одной палочке. Ну, не каждая, в принципе, на своей веточке. И есть вот такие еще оттенки. Есть еще одна такая классная декорация. Она из тонкой фанеры, легкая, подвесная. То есть такая вот джутовая веревочка есть, скрученная, чтобы ее куда-то подвесить можно. Здесь в наборе есть на джутовых веревочках вот такая вот как гирлянда. То есть здесь цветочки окрашенные, не яички перламутровые. Вот выглядит, получается, на джутовой веревочке. Там либо домик, либо вот такое сердечко с зайкой, ленточки, джутовые веревочки и всякие подвесные декоративные с бусинками. Видим вот такой целый набор в коробочке. Он разделен на секции в такой белой розовой соломке. Здесь также для украшения праздничного стола и просто декора комнаты. Здесь чего только нет. Здесь у нас есть и птенчики, и кролики. Здесь есть гнездо с цветочками, бабочка и 2 морковки. Но можно свое творчество применить, фантазию и составить классные комбинации. Есть еще вот такие классные, разноцветные, очень нежные, красивые оттенки. Они тоже с такими вот бантиками, ленточками, чтобы можно также как-нибудь украсить, подвесить. Можно самим гирлянды создавать или венки плести. А есть вот такой вариант, здесь уже побольше, немного другой дизайн и оттенки, знаете, такие нежные все. Здесь можно также еще какие-нибудь кексики. Смотрите, какие классные получатся. Единственное, что они не останутся, вот эти рисунки. Они, видимо, просто для красоты, такие колокола, яйцо, купола и колокол. Такая петелька для подвешивания есть. Есть еще наклейки декоративные с фетра. Такие вот сочные божьи коровки и стразинки. Такие украшения 50 сантиметров, фетровые. Также творчество и фантазия подключается. Вот такие цветочки. Также в прошлом году я покупала вот на таком стебельке мини-букетик пасхальный с такими пенопластовыми яичками. То есть все очень красиво смотрится. Или предметные фотографии, кстати, классно приходят. И есть уже другой вариант декора. Вот такой вот букетик.
не такой пышный, поэтому нужно побольше приобретать, либо какие-то другие элементы. Нашла еще один наборчик для творчества, для декорирования пасхальных яиц. В составе наклейка с деталями для декора, наклейка стразы и декоративные подставки для яиц, 3 штучки. Также можете украсить такой вот пасхальной доской. Помимо того, что она очень красочная, яркая, у нее еще такое голографическое покрытие. Классная сверху петелька для подвешивания. Фанера, картон, ламинационная пленка. Сделана в России. Да, есть еще такой дизайн. Конечно же, как сервировать стол можно без салфеток. Такие обалденные салфетки, которыми даже я бы не стала пользоваться чисто для декорации. 20 штук в наборе, 33 на 33 сантиметра. Очень приятные, красивые оттенки и дизайны. Целые интересные листы вот таких вот с голографическим покрытием ярких наклеек. Также украшать можно не только, ну, можно блокнотики украшать, можно украсить где-нибудь зеркала, стекла дома, окна. А есть более большой такой лист. Я думаю, яички тоже можно, кстати, украсить. Очень много разных. У нас есть нежная жемчужина для декорирования пасхальных яиц. Вот состав набора, то есть тут смеси для окрашивания идут, перчатки одноразовые и декоративная подставка для яиц. Вот, вы можете увидеть здесь инструкцию. Еще только начали выкладывать новые товары, я быстро схватила пасхальную композицию. Она маленькая, 9 на 8 сантиметров. Такой пенопласт и полиэстер, такие вот яички с цветочками. Разные оттенки есть. Трафареты для раскрашивания яиц. 3 штуки. Пластиковые. К Пасхе. Вот такая форма для кулича. Диаметром она 16 сантиметров и стоимость 199 рублей. Кстати, очень красивая, такая интересная поверхность у нее. Изнутри фиолетовая. Сделано в России. И нашла еще, кстати, золотистую поверхность. Пасхальный набор для выпечки кулича. То есть в наборе здесь все есть необходимое, чтобы вы испекли кулич. А здесь смесь для выпечки, глазурь со вкусом ванили, посыпка кондитерская, декоративная, лист с макетами для свечей, дрожжи хлебопекарные, сухие формы для выпечки средние. Такой классный наборчик, ничего не нужно покупать. Все уже здесь под рукой есть. Стебельки, есть такие букетики, они сочных разных цветов есть. Такие как ягодки, цветочки, яички. Куда без яичек, декорации. Есть такие розовые цвета, более нежные, более насыщенные.